лучше расскажи, как ты жив-то остался. А я же волшебник. Значит, Серый погиб. Так как что-то якуты видели не далее, как месяц назад. Куда вы дели краденое из ювелирного магазина? Серый забрал. Серый, значит. Ты, выходит, не при делах. Ничего не видел, ничего не слышал. Ну, типа того. Скажи, а полицейского кто убил в ювелирном? Я же сказал, это Серый его застрелил. Мы подвал забыли закрыть. Скорее всего, майор Светы заметил. Зашел, увидел нас. Достал пистолет, сказал руки поднять. Мобильный достал, чтобы ментам позвонить. Тут Серый его застрелил. Выстрелил и убил? Да. А вы сели в машину и уехали? Да. А может, и с ним дрался, отобрал пистолет и потом выстрелил? Слышь, ты на меня мокруху-то не вешай. А теперь на Серого валишь. Я тут вообще не при делах. Это Серый убил, сколько раз тебе говорить? Читай. Я не читатель, я писатель. Это результаты экспертизы. Ну, и чё? И то. Ты говоришь, что стоял в сторонке и смотрел, да? А на пиджаке убитого майора нашли твою кровь. Слушай, я же сказал, я не убивал. Сидеть. Не собираюсь я сидеть, я говорю, я не убивал. Не убивал. Хорошо, все не так было. А как? Мент достал пушку. Сказал руки поднять. Я схватился за пистолет, и мы начали драться. Выбил у нее пистолет. Повалил его на землю. Когда тут подниматься начал, Серый его застрелил. Дальше? Че дальше? Дальше мы в машину сели и уехали. Я правду говорю. Так все и было. Да, да мое-то дело маленькое. Я все запишу, а вопрос в том, поверит ли тебе судья. Еще. С Верой у нас ничего не было. А это к делу не относится. Устали? Ой, да. Я тоже устала. Ну, ничего страшного. Ой. Ой. Вот так, хорошо. Может, еще? Завтра побольше походите. Сердце любит работать. Но когда... В разумных пределах, конечно. Угу. Только вы без медсестры не вставайте, потому что можете упасть. Хорошо? Да, да. Угу. Я только вам доверяю. Вот и хорошо. Тогда до завтра. Может, помедитируем? Завтра. Все завтра. Угу. Буду ждать. Может, протекать атипично. Со своими проблемами. Сейчас так маскируется и шевелится болезнь сердца, что без обследования мы не сможем этого сделать. И я настаиваю, просто Елена Станиславовна, простите, пожалуйста. Можно вас на минутку? Я прошу прощения. Я непременно зайду к вам в палату, и мы договоримся. Ага. Да, я слушаю вас, Вера Сергеевна. Елена Станиславовна, я обход сделала, но неважно себя чувствую. Не могли бы вы меня отпустить домой? Честно говоря, коллега, вы действительно неважно выглядите. Но Миронова, звонил я сын. А вы можете передать господину мэру, что контакт с его матушкой налажен? Я ее подняла. Не верю, не верю. Вы кудесница. Завтра у нас продолжение медитации. Айда домой. Приводите себя в порядок. Спасибо большое. До свидания. Завтра нас ждет. Здрасте. Добрый вечер. А я к да. вам. Да, здравствуйте. Привет. И что, наши? Ты здесь? Я здесь. Ты начала курить? Кто здесь был?
же знаешь. Знаю. К чему тогда эти вопросы? Ты его арестовал? Кого? Он встретил меня у больницы. Попросил спрятать. Живой, понимаешь? Я не могла ему отказать, прости. Что его задержали, я понял. А от меня что требуется? Чтобы объективно во всем разобрались. Ну и разберутся, Верон. А в чем проблема? Им занимается Игорь. Ну и пусть занимается. Он мужик нормальный. А то, что у тебя когда-то с этим Антоном что-то было, ему наплевать. Нет, пап, не наплевать, Игорь, он ревнует. А еще... Я прятала Антона у нас, перед самым арестом. Что? Что ты сказала? Ты нормальная? Да он в розыске. Его в убийстве обвиняют. Он не убивал. А что он тебе скажет? Что убивал? Ты идиотка? Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты с ним не связывалась. Он же из неблагополучной семьи. А ты все толдычила. Первая любовь, первая любовь. А я уже тогда видел, на что способен этот твой Антон. Вот тебе и результат. Пап. Не перебивай. Я еще со школы тебе говорил, что Антон мне не нравится. Но ты меня не слушала. Год назад он опять нарисовался. И я опять тебе дал понять, что не хочу, чтобы ты с ним общалась. Но ты снова включил игнор. А теперь он влип. И ты прибежала ко мне. Что я теперь могу сделать? Помоги ему. Ни в коем случае. Хватит. Достаточно того, что ты вляпалась. Ты хочешь еще Игорю карьеру испортить? И мне проблем на шею повесить? Что? Ты не понимаешь? Он стал таким, потому что мальчишкой попал в колонию. И попал он туда из-за меня. Но ты и тогда сомневался в его порядочности. Ты и тогда подозревал, что он с этим насильником заодно. Поэтому и не спас его от колонии, а он был ни в чем не виноват. И то, что он сейчас такой, это и твоя вина. Пап. Но я прошу тебя. Услышь меня, умоляю. Но хотя бы в благодарность за то, что я осталась жива. Подозревать и сомневаться. Это моя работа. Хорошего дня.
Привет, ты где? Привет. Давай без лишних расспросов. Я на даче. Поживу тут немного. Спокойной ночи. Я к Забелину. Документ. Привет. Так, Шведова Вера Сергеевна. Слушаю. Товарищ майор, к Забелину пришли. На свидание. От вас разрешения нет, и решил вам сообщить. Кто пришел? Шведова Вера Сергеевна. Ваша супруга. Скажите, куда передать? Пройдите. Товарищ майор, вы слышите меня? Слышу. Так что мне делать? Пусть идет. Ну, товарищ майор, мне нужно от вас письменное разрешение, иначе... Я пришлю. Нужно, чтобы она попала на свидание и пусть фиксирует весь их разговор полностью. Слушаюсь. Я передачу передала. Передачу передала. Странное сочетание. Я получил, спасибо. Угу. Что-то еще нужно? Нет. Одежду, белье? Нет. Угу. Все плохо? Они хотят повесить на меня убийство того майора. Так что мне пожизненное светит. Не волнуйся, они разберутся. Они уже разобрались, дело в суд направили. Можно подать апелляцию? Верно, какую апелляцию? Когда это кому помогало, тем более в моем случае, даже если мне срок дадут, мне крышка. Мои хотят, чтобы я вернул то, что я вроде как взял. Верни. Я бы рад. Но я отсюда уже не выйду. Скажи, где? Я найду и сдам в полицию. Менты забрали, а потом сказали, что там ничего не было? Я это сделаю. Не надо. Я помню, ты мне говорил. В сторожке у старой мельницы. Не надо, я сказал. Вера, ты оглохла?
Поехали. Товарищ генерал, выехали за город. Куда она едет, пока не ясно. Буду держать в курсе. Понял, жду. Не гони. Есть. Под дровами в яме должна быть сумка.
ни дров, ни сумки. Он снова тебя обманул. Ну, а чего ты ждала? Ты хотела ему помочь. У тебя ничего не получилось. Все пришло к финалу. Я тебя прошу только об одном. Пожалуйста, не ходи в суд. Запретить я тебе этого не могу. Криминала тут нет. Но тебя заметят журналисты. Информация попадет в газеты и в интернет. Если тебе плевать на меня, то подумай об отце. Ему это навредит. Пожизненное. Думаю, да. Убийство человека, да еще полицейского, это не шутки. К тому же у него это не первый срок. Только разреши мне с ним попрощаться. Привет. Не думал тебя здесь увидеть. Месяц назад вышла из этого кабинета и пропала. Я пришла попрощаться. Угу. Игорь говорит, что... Он сказал, что тебя этапируют через несколько дней. Через 5. Почему ты не спрашиваешь, как твои драгоценности? Я была на мельнице. Там ничего нет. Ты меня обманул, а я чуть не утонула в болоте. Обманул, говоришь? Вот мой обман. Когда? Игорь знал? Там правда ничего не было. Так значит, Серый перепрятал. Или скрысятничал. Чте по-любому нужен этот общак, как воздух. Он тогда место Серого займет. В общем, я для них все равно как мертвец. Как найти твоих друзей? А тебе зачем? Нужно. Не нужно, Вер. Я попробую с ними поговорить. И смогу убедить, что это Серый взял общак. Тогда они от тебя отстанут. Как их найти? Я пойду, Верунь. Адрес. Адрес, я сказала. Или ты оглох? Послушай меня, моя грозная девочка. Это разборки для плохих мальчиков, Вер. Но, как известно, плохих мальчиков любят хорошие девочки.
Улица Гоголя. Там кафе. Бармен зовут Глеб, он знает, где что-то. Ты этого не делал? Нет, я не убивал. Иди. Татьяна Ивановна. Я вас умоляю, займитесь Мироновой. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Здрасте. Привет, Шведов. Простите, что отрываю вас от работы. Ничего, у меня операция только через 2 часа. Ты о Вере хотел поговорить? Да. Вера до сих пор на даче живет. Игорь, я пыталась с ней поговорить. Я пыталась объяснить, что ей просто необходимо к тебе вернуться. Но она ничего не хочет слушать. Замыкается. Нормально общается только с пациентами. Слушай, а может тебе поговорить с Сережей? Сергеем Петровичем? Хотя она его тоже не хочет слушать. А что с этим Антоном? Пожизненно. А, не виделись? Я выписал Вере пропуск, чтобы она с ним попрощалась. Как она отреагировала? Спокойно. Ну вот видишь, спокойно. Уже неплохо. Может быть, все налаживается, просто мы зря бьем тревогу. Нет, я так не думаю. Вера очень изменилась в последнее время. В ее поведении появилось опасное спокойствие, которое может привести, как говорится, к необратимым последствиям. Да, вот так, Татьяна. К необратимым последствиям. Не умничайте, майор Шведов. Что ты предлагаешь? Ну, а что тут предложишь? Я вас прошу только об одном. Если вы заметите в поведении Веры что-то очень странное, сразу сообщите мне. Я прошу вас об этом не как оперативник. Хорошо. Я ее очень люблю. До свидания. Добрый день. Мне нужен Глеб. Он у бара. Ура, ура, Сергеевич. Вам что-то предложить? Сок. Какой? Апельсиновый. Апельсиновый. Пожалуйста. Спасибо. Может, легкий перекус? Я не голодна. Спасибо.
Выглеб. Я Вера. Вера? Дневные знакомства в моей практике. Это что-то новенькое. Глеб, мне нужна ваша помощь. Мне нужно встретиться с Читой. Простите? Мне сказали, что вы знаете, как я могу встретиться с этим человеком. Вам дали неверную информацию. Я не знаю такого. И все-таки, может, перекус? Знаете, он мне очень нужен. Правда? Девушка, вы ошибаетесь. Я не знаю никакого. Как вы сказали? Я сказала, что мне надо встретиться с этим человеком. И не надо прикидываться, что вы его не знаете. Мне вас сказал Антон Забелин. Не шумите. Вы даже не представляете, что он с вами сделает, когда узнает, по какому вопросу я к вам обратилась, а вы отказались мне помочь. Я сейчас позову охрану. А к черту ваша охрана! Я знаю, где спрятан общак из ювелирного. И я передам его только Чите. Ребят, все хорошо. А ну перестала орать. Федя! Пришла Забелина. Хочет Читу. Отведи куда надо, реши вопрос. Я понял. Глеб, пока. Пока, спасибо. Пока, ребят. Мне нужен Чита. Сейчас пойдете с этим молодым человеком. Он вас проведет к Чите и поможет решить ваши вопросы. Все будет хорошо. Чита здесь? Идешь, иди. Давай отойдем. Пусть наедине помурчит. Зачем искала? Вы Чита? Зачем искала? Я Вера. Я знаю, кто ты. Что нужно? Я хочу попросить, чтобы Антона не трогали. Попросить, говоришь? Его много раз предупреждали. Он не слушал. Теперь ему нужно очень постараться, чтобы не умереть. Странная логика. Если вы его убьете, тогда вообще ничего не получите. Да,
только мы будем жить, а он нет. Он ничего не теряет. Потому что там ему жизни не будет. Там умирают за несколько лет. И вы это знаете. Чего ты добиваешься? Что тебе нужно? Я хочу, чтобы вы услышали меня, и мы друг друга поняли. Если ты рассказала мне правду, исправить уже ничего нельзя. Но почему? Объясните своим, убедите. От этого же зависит человеческая жизнь, и это главное. Главное то, что нет камешков. Остальное все пыль. А ты мне нравишься. Я тебя зауважал. Дочь генерала. Иди. Ну. Иди, говорю. И брось ты затею с пианистом. Он уже не жилец. Якут, поехали. Привет. Джесси, Джесси, хозяйничаете? Ой, хороший. Привет. Привет. А чего дверь открыта? Нам нужна домохозяйка. Потому что я не справляюсь с ролью жены? Потому что ты много работаешь и устаешь. А это моя профессия и хобби. И все-таки, генерал Королев, это забота или укор? Давай я. У меня это лучше получается. Игорь приходил. Выглядел как-то паршиво. Сказал, что его беспокоит нынешнее Вериное состояние. Меня тоже. Пап, я хотела тебе сказать, что бы ни произошло, ты должен мне верить. Да, ты мой отец и должен мне верить. Я тебя очень и очень люблю. Очень. Сереж, может, переедем на дачу жить? Тогда Вера и на работе, и дома будет под нашим присмотром.
И не волнуйся, пожалуйста. У тебя давление. Как маленькая девочка. А я маленькая девочка. Позвони и пригласи ее в гости. А я что-нибудь вкусненькое приготовлю быстренько. Да я уже звонил после этого. Сказал, что приедет. Чего ты раньше не сказал? Посмотри, какой бардак дома. Давай быстро собирать все это. Помогай. Джесси, ну а еще она просила выписать пропуск в СИЗО. Попрощаться с Антоном. Ему пожизненное дали. Через 5 дней этапируют. А еще сказала, что Игорь не хочет тормошить. Чтоб не ревновал. Странно. Игорь сегодня мне лично сказал, что сам выписал пропуск Вере, чтобы она попрощалась с Антоном. Сереж, ты что-нибудь понимаешь? Я же говорил, все это бесполезно. А тебе спасибо. Спасибо, Вер. Ты единственный человек, которому не все равно, что я существую. Слушай меня внимательно. Ничего не спрашивай. Ничему не удивляйся. Главное, проглоти таблетку. Какую таблетку?